пацаны, посмотрите, трак Peterbilt 2020 год, Detroit Glider Kit, ни DPF, ни EGR, ничего нету, полностью 660-й Detroit Glider Kit Fitzgerald. И отгадайте, какой ценник. Ценник просто замечательный. А, еще колеса, да. Колеса, низкий профиль, 2,95, 60, 22,5. Тут тоже такие низкие колеса. И цена на эту крошку 560 тысяч долларов. Просто нереальная цена, ребята. Вот как печатает Америка, печатает бабки. И сама себе же продает такие траки. 560 тысяч долларов. Больше нечего сказать. Чувак платит 9 тысяч в месяц за кредиты. Похоже на небольшое рабство. Ты не можешь ни остановиться, ни отдохнуть, ни передохнуть. 9 тысяч в месяц в течение 5 лет.